хочу вам показать и рассказать отличие, почему лучше покупать рыбу у рыбаков, которые продают ее практически прямо с лодки, только-только наловив свежачок. Смотрите, какая красивая рыбка. Во-первых, потому что вам такую рыбу абсолютно разную ни в каком магазине не продадут. Смотрите, это целая змея, а не рыба. Это длиннющая. Мини-акула, мои дорогие, да. Вот нам рыбак сказал, что это называется рыба-кот. Это хищник, такой подвид акулы. Вот видно прямо, да? Такая морда, как у кошки. Смотрите, еще какая рыбка есть вот такая, да? Зеркальная, прям красивая, переливается разным цветом. Вот, несколько. Еще такая. Вот, плюс, смотрите, сейчас покажу. Вот такая вот плоская. Я такую рыбу никогда не видела. Видели такую рыбу? Я нет. И очень много. Плюс вместе с рыбой вам обязательно попадутся маленькие креветки, маленькие рыбки, абсолютно такие необычные. Смотрите, даже морская звезда здесь есть. И, конечно же, улитки разные. Эти улитки не просто для красоты, они внутри имеют мясо, они съедобные. И их тоже кушают. Вот, смотрите, какая красивая. Потом, конечно же, мы эти улиточки оставим себе на память. Очень красивые. Смотрите, прям красота. Одна красивее другой. Рыбки очень необычные, с такими мордами, с такими. Я, если честно, очень многих рыб вижу впервые. Разные, абсолютно. Не могу сказать, как называются, потому что я в рыбах не такой уж прям. Смотрите, какая улитка красивая. Она тоже внутри имеет мясо. Абсолютно необычный. Вот поэтому и стоит покупать у рыбаков. Во-первых, намного дешевле. Они вам все время сделают скидку. Там еще одна есть морская звезда. Вот, смотрите еще как. Вот тут целый тазик, смотрите. Какая рыба необычная. Прям практически она такая просвечивающаяся, да? Вот, вот такие вот креветочки. Ветки такие. Я, если точно, не могу сказать, как они называются, но абсолютно разные. Тут тоже есть. Ага, красиво, да? Вот смотрите, еще что мы купили. Вот такой вот рыбоскат. Электрический скат, знаете? Кстати, я обратила внимание, что он рот у него вот такой, как присоски. Рта практически нет. Вот такая красота. Целые тазики тут. Такие тазики рыбы.